Мы, армяне, не проиграли в договорной 44-дневной войне. Как я сказал, это была договорная война. Просто силой нам не позволили, чтобы наши руки могли свободно действовать. Каким образом наши руки были скручены? Это длилось годами. То есть, когда с середины 90-х мы сбились с пути по построению национального суверенного государства, с того дня Российская империя готовила эту войну. И они достигли того уровня, когда уже были уверены, что все институты нашего государства контролируются ими. И им удалось проводить внутри нашей армии такую кадровую политику, что самостоятельные офицеры по некоторым причинам были выгнаны из армии. И то, о чем я сейчас говорю, длилось десятилетиями. И наступил 2020 год. Россия, Турция и Азербайджан совместно вели войну. Вы станете свидетелями возвращения всего того, что мы потеряли 1,5-2 года назад. Иными словами, до вашего совершеннолетия вы увидите это. Я уверяю вас. И не только то, что мы потеряли в 2020 году. Мы вернем больше. И разумеется, самое главное, мы все должны понять, что наши успехи начнутся тогда, когда нам удастся освободить нашу страну. То есть, многие думают, что у нас сегодня есть армянское государство. Это не так. Основной посыл, который я хочу передать вам всем, а вы своим родителям, что неправильно называть то, что у нас сегодня есть армянским государством. Земля армянская. Мы армяне. Мы в своем отечестве, но система, которая управляет нами, не армянская. Мы должны сперва освободиться от этой чужой системы. Потом начнутся наши успехи. А до этого, как вы видите, мы не должны терять время, а должны постоянно набирать силу. Вы в свою очередь, мы в свою. Я повторяю, я уверен, что в недалеком будущем вы станете свидетелями освобождения всех потерянных территорий. И я надеюсь, вы будете не участниками, а свидетелями. Пока еще нашему поколению и поколению, которое старше вас, есть чем заняться. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.